когда приходишь в магазин, и как уменьшается кошелек. Очень заметно. На эти деньги не проживешь, не хватает. Но один человек, получается, может себе позволить больше, чем который получает 70 тысяч, да, зарплату, чем человек, который получает меньше. Я так считаю. Просто приобрести он может намного больше, кто получает больше. Ну, неправильно, конечно. Что-то такое. Там одни зарабатывают чуть ли не миллион, а мы вот пенсионеры, тем более, как жить-то? Конечно, это плохо. Надо как-то увеличить, наверное. Ну, то есть приходится более тщательно планировать бюджет, чтобы хватило и на оплату коммунальных услуг, и чтобы хватило на продукты, и одеться, и куда-то сходить. Ну, кто-то позволит, может, себе все, а кто-то живет очень скромно. Тем более, если у людей с такими доходами еще и дети растут.